Друзья, ну что, всем привет! Наконец-то получил я свою лодку, которую заказывал в компании Kit Boats. Вот в таком чехле из ПВХ есть, конечно, косячки. Я не знаю, что там с ними делают, с этими упаковками. В этой не в компании Kit Boats, а транспортной компании «Деловые линии», но по этому поводу, по поводу транспортной компании у меня будет отдельный обзор. Я вам сразу говорю, не рекомендую сталкиваться с этой компанией, отстой полный. Я не знаю, как в других городах, в Москве это точно. Почему, я потом объясню. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас я ее распакую, потому что места у меня здесь мало, у нас сбора, мы переезжаем, у нас тут коробки. Поэтому буду как-то пробовать ее надувать, чтобы хотя бы посмотреть, чтобы с ней все произошло нормально. Так я вроде визуально все посмотрел, да, там есть были надрывы. Ну, по самой упаковке вроде ничего не было. Тем более, плюс производителю, то, что он еще вокруг лодки, внутри упаковки положил эвоковрик. То есть он еще эвоковриком лодку обвернул. Там дополнительная защита. Вот. Потому что вот можете посмотреть. Вот что можно было делать с упаковкой, чтобы вот так вот все поразорвать. Ну, здесь, слава богу, здесь трансовые колеса. Я думаю, с ними тут ничего не случится. Но все равно, конечно, сейчас распакую и все посмотрю. Ладно, друзья. Включимся уже после того, как я распакую лодку. Друзья, ну что, ну вот и первая неприятность. Отломан омут. Вот представляете, как надо перевозить? Я не знаю, это не компания, это туфта полная. Это не деловые линии, это туфтовые линии. В общем, друзья, вот так вот поврежден обод. Не знаю, повлияет ли это на транспортировку. Если не повлияет, пусть так и останется. Будем надеяться, что не будет влиять. Ладно, все, друзья, сейчас я распакую лодку и дальше. Друзья, ну смотрите, все, я открыл чехол, помимо основной сумки. Вот, производитель еще упаковал лодку еще вот так. Вот производителю за это вот хвала и почет. Что я не могу сказать о транспортной компании. Да, мне пришел, естественно, еще договор. Купли-продажи я просил. Ну, там, для моей цели. Естественно, вот такие у меня накладочки пришли. Это сумка. И еще одна сумочка, вот такую я заказывал для переноски. Ну, я буду ложить туда весла, банки и насос, и трансовые колеса. Ну, продолжаем дальше распаковывать. Друзья, приобрел вот такой вот насос на аккумуляторе. Ну, главное набить баллон. Остальное, конечно, я докачаю все насосом. Вот. У меня есть насос, который для моей лодки 2,80. Он лучше, чем родной этот. Он еще с манометром у меня. Поэтому добивать буду ручным насосом. Ну, а впоследствии уже куплю себе насос, который будет качать полностью лодку сам. Друзья, вот все, я лодку накачал, установил банки, вот такие накладочки, спереди вот сумка. Здесь у меня я заказывал установку трансовых колес, сами трансовые колеса. Вот, ну, я думаю, тот косячок, что был на ободе, он не повлияет. В общем, я так пробежался по лодке, по швам. Ну, с камерой здесь неудобно лазить. Вы сами видите, что места здесь у меня нет. И у меня тут сборы, коробки. Поэтому уже более подробный обзор, естественно, будет уже на воде. Надеюсь, что к концу мая, начале июня я уже выйду на воду на ней. Так что, я единственное замерил расстояние от пола, от коврика. Вот его коврик, кстати, подарок еще положили. А вот такой кусочек из Эо, вот такой коврик небольшой. Вот, расстояние от пола до верха накладки
35 сантиметров. Я сел в нее, мне сидеть удобно. Рост у меня 176. Так что кто-то говорит, что если пол НДНД, будете коленками уши прикрывать. В моем случае этого нет. Это не ко мне. В общем, лодочкой я полностью доволен. Ну, весла я не стал ставить. Весла вон стоят. Ну, неудобно, друзья, неудобно мне здесь лазить. В общем, она постоит у меня накачанная до завтрашнего дня. Да, снизу я потом еще вам покажу. У меня усилены баллоны. Вот, я когда все вот сниму, колеса, я переверну ее на бок. И я вам покажу, где наклеены у меня усиления по баллонам. Вот, так что, друзья, и вот такое усиление по низу баллона идет. Ну, вот оно дно. Друзья, если кому-то нравится эта лодка, так что я могу сказать по производителю, производитель хороший, отвечает адекватно, все, ребята молодцы. К ребятам претензий вообще нет, единственными претензии к транспортной компании, которая доставляла мою лодку. Ну, это будет отдельный обзор, не здесь. Так что, друзья, до скорых встреч, я с вами не прощаюсь, так что будет обзорчик уже с этой лодкой на воде, ну, естественно, с мотором тоже. Так что, пока-пока, дорогие мои.